«Краснополь» – корректируемый артиллерийский боеприпас калибра 152 или 155 мм. Предназначен для поражения бронированных целей и военных объектов с первого выстрела. Коррекция выполняется аэродинамическими рулями на конечном участке полета по лазерной отметке на цели. Для увеличения дальности стрельбы снаряд имеет реактивный двигатель или донный газогенератор. Развитые аэродинамические поверхности обеспечивают планирование к цели, увеличивая дальность. Входит в комплекс управляемого артиллерийского вооружения, разработанный в Тульском КБ приборостроения. Снаряд 3 ОФ-39 «Краснополь» является главным элементом комплекса управляемого вооружения для артиллерии 2К-25. Его разработка велась с конца 70-х годов. В 1995 году комплекс 2К-25 официально приняли на вооружение российской армии. В дальнейшем было разработано несколько модификаций комплекса с теми или иными отличиями. Так, в проекте 3 ОФ-39М «Краснополь-М» улучшили конструкцию снаряда, а «Краснополь-Д» предусматривал рост дальности стрельбы. Стартовым и основным заказчиком таких изделий стала российская армия. В конце десятилетия начались экспортные поставки. Значительное количество снарядов и сопутствующего оборудования получили Индия и Китай. Для использования в самоходной артиллерии длинный боеприпас разделен на два отсека, стыкуемых перед применением. Головной отсек управления вмещает головку самонаведения, автопилотный блок и рули. Хвостовой снарядный блок несет боевую часть, стабилизаторы и реактивный двигатель. «Краснополь» оснащается полуактивной лазерной головкой самонаведения. В транспортном положении и в момент выстрела она прикрыта сбрасываемой крышкой. На нисходящей части траектории головка производит поиск цели, подсвеченной лазерным целеуказателем. Обеспечивается отклонение не более нескольких метров вне зависимости от дальности. Дальность стрельбы в зависимости от применяемого орудия может достигать или превышать 20 километров. В ходе дальнейшей модернизации конструкция «Краснополя» дорабатывалась и менялись основные характеристики. Так, при разработке изделия 3 ОФ-39М «Краснополь-М» отказались от разъемной схемы, что позволило оптимизировать компоновку и другие особенности. Уменьшение массы позволило увеличить дальность до 25 километров.